Юлия Цуканова на днях стала многодетной мамой. Даже на самом позднем сроке беременности продолжала ходить на работу. Вот и сейчас уже в строю. Женщина-воспитатель в детском саду. Говорит, просто не может оставить своих подопечных. Для нее они стали родными. Сегодня ее чествуют как лучшего педагога дошкольного образования. Это очень льстит, во-первых, конечно, что выбрали тебя. Вот. Но с другой стороны, понимаешь, что на самом деле все специалисты с большой буквы. Вот. И находиться в числе этих специалистов – это, конечно, огромная честь, гордость и спасибо огромное нашим руководителям. Фестиваль педагогического мастерства в Ленинском городском округе проходит во второй раз. Мероприятие организовано Комитетом по поддержке и развитию частных дошкольных учреждений при Торгово-промышленной палате муниципалитета. В этот раз среди участников 7 детских садов, руководители которых отобрали среди своих сотрудников по 2 лучших воспитателя. Смотрелась в первую очередь эта работа с детками, да, насколько человек компетентен в своей профессии. И второй момент – это работа с родителями, да, что немаловажно в частных детских учреждениях. Не только уметь работать, но и уметь донести это до наших родителей. Команда. Именно так про себя говорит каждый коллектив частного дошкольного учреждения, сотрудники которых уверены – это не просто работа, а призвание, потому что дети чувствуют все. Здесь не скрыть недовольство или плохого настроения. Малыша необходимо нести только счастье. Нужно любить этих детей. Да? Одно дело, когда мы любим собственного ребенка, другое дело, когда это чужие дети. Понимать их, когда они не разговаривают, допустим, да, как они себя ведут, чуткостью, вниманием. Не знаю, мне кажется, это настолько обширная тема, что человек должен быть во всем и каждый раз повышать свою квалификацию. Лучшие в своей профессии – пример для подражания другим воспитателям. Юлия Погосьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.